Друзья, наш поход только начинается. Вот она, тропа, идем. Встречает. Встречает два белых. Лес меня встречает. Сегодня я иду собирать для себя. Заготавливать буду. И у меня будет очень скоростной сбор. Мне некогда будет сейчас с ними возиться. Потому что за мной идет толпа гребняков, которые будут впереди меня пытаться меня обойти, обогнать. Все меня знают и воспринимают как жуткого конкурента. Поэтому собирать сегодня будем так. Раз, два. Ну, они хорошие. Прям вот ножка, все хорошее. Если большой какой-то, прям совсем плохой, будем резать. Такая красота будет. Сегодня собираю с мамой. Это моя матушка. Наталья. Вот. Она, видите, как это? Как Человек-паук здесь уже лазит. У нее азарт пошел. Человек целый год ждал грибы. Наконец они пошли. Блин, по одному. Подосиновый желто-бурый. Мой первый в этом году. Белоножку я находил. Желто-бурый еще нет. Ай-яй-яй. Сочный будет. Длинный будет. Ах, с хрустом, с таким. Вот он, друзья, красавец. Под шляпы проколы. Будет червивый, к сожалению. Порежем. Ножка будет хорошая, а вот шляпка здесь уже десант высадился. Но какой он красивый. Какая прелесть. Крючок, да? Стоит у меня один. С той стороны бы я его не заметил, видите? Тут у него игольчатая эта подложечка, а вот с этой его видно. Вот он. Величок. Сегодня у нас воскресенье, мы идем после паломничества. В субботу здесь народа было тьма тьмуща. Вот мы идем воскресенье собирать. Я вам покажу, сколько можно найти. Даже воскресенье после всех походов, пятничных, субботних. Сегодня все вам покажу. Ты его видишь? Теперь да. Серьезно его видишь? Теперь да, вот. Ты видишь, как он прекрасный? А ты вот это видишь? Нет. А ты вот это видишь? Нет, мне такое не видно. Такое только тебе видно. Я сегодня на маринад там соберу. Молодец, дядя Саша в деле. Ребят, дядя Саша сейчас покажет там класс сбора молодых грибов. Народ, да, народ идет везде, слева, справа. Покажу вам сегодня бомбезный сбор после субботнего, без всяких приемов. Самый сложный сбор, который вы можете увидеть, это ближнее Подмосковье и это воскресенье. Я вижу первый. Ничего себе, молодец. Я вижу второй. Вот. Молодец. Вот третий. Молодец. Третий, три пока. Но они обычно в ямах-то. А вот там не гриб, нет? Нет, нет, я там видел. Вот она по кругу грибница, видишь, заворачивает кругом. Значит, может быть здесь, это под ногами. Смотри аккуратно. Особенно, где елочки зеленые. Там могут быть. Ну, мы пока соберем наш маринад. Раз. Ну, мы баночку с тобой обязаны закрыть. У этого уже все съедено, видите? Маленький, он бы не пророс, к сожалению. Слизняки их также едят. Нашла? У меня три. Слизняки их выедают, видите как? Это не я не пальцами, это вот реально слизняки выедают. То есть вот этот бы в любом случае не пророс. Хорошо, что я его сейчас нашел. К нам в корзинку. Прям под папоротничком спрятался. Во, ну вот наконец первый за сегодня. Достойный. Собираю его. Это прям очень достойно. Собирай, собирай твой. Значит, даже мне. Он какой красивый, правда. Да? Да. Я ж тебе говорю. Он темненький. А люди где проходили? Вот прямо здесь вот. Вот я тебе и говорю. Я хотела уйти в другое место. Пройдусь по абрикосовой. Сверну на виноградную. Идем.
в надежде. На, грибы. Лес пока говорит, гриби отсюда. Вот так ходим, видите, как я хожу? Каждый ряд смотрю. Впереди толпа убежала, а дядя Саша все ходит. Вот таким медленным темпом топчется, мухоморы рассматривает, поворачиваю. Соседний ряд, еще даже дорогу слышно. То есть очень медленно мы уходим в лес, очень медленно. И вот так вот бродим, колобродим. Новый участок и есть. И есть, и очень хороший. Собирательный. Матрешку выкручивай. Смотри, какие слизняки поедают сейчас, да, по осени. Обычно цыплят по осени считают, а у нас белые по осени считают. О, какой стоит там, блин. Вообще мощь. Вот этого не тронули. Воскресенье, ребята, вон он там, красавец. Это оказалось сложнее, чем я думал. Но я сегодня докажу то, что и в воскресенье можно собрать грибов, даже в такой вот год, совсем безгрибный. Если стараться медленно ходить, именно медленно, тактика медленно ходить, зигзагами потихоньку, пускай вас обгоняют, это не страшно. Пойдем смотреть. Ты мой хороший, как же мне к тебе подобраться? Сюда корзину поставим и будем его искать там. Ой, какая там нога. Перфекто. О, немножко даже подорвался. Идеально, представляешь? Отлично. Даже вскрылся. Вскрытие показало, что он идеальный. И ветки защищают от назойливых комариков. Тем более ночи холодные пошли. Комарик должен скоро уснуть. Все грибы будут чистые. Не стоит отчаиваться, а поглядеть здесь еще. Вон там бугорок какой-то, видите? Вон тот вот. Первый. Я понял, почему мы их не видим. Они здесь только-только пробиваются, ребят. Смотрите. А! Как я в елку торчу, тут вы не представляете. Красота же, да? Это не малыш. Это не малыш. Просто ему тяжело вот такую вот шкуру пробить. Как такую вот подложку толстую пробить. Его надо аккуратно, именно из-под ноги. Он будет лежачий. А лежачего не бьют. Зарываем его место, чтобы оно не подсыхало. То есть вот, смотрите, видите, какой слой. Как это все пробить? И он вдоль растет. Он растет вдоль, он ищет выход, пытается пробиться. Шляпа без пигмента даже. Вот так я здесь лазю. Вот такие два красавца, ребята. Вот. В мучениях. Но я сегодня, я говорю, я вам покажу, что можно найти даже в воскресенье. Ой, там такие елки пролез, ты бы знала. Так, проходи здесь. Ой-ой-ой, да. Два. Ах ты красавец. Блин, ребят, вы сейчас будете восторга. Восторга, говорю. В восторге. Все, букву теряю. Снимай. Ра-та-та. Не могу, не должны. Это не просто снимать, это надо фотографию сделать. Ой, ты мой красавец. Какой красавец, вы посмотрите. Ну прелесть же, ну просто прелесть. Белый гриб, двойной. И два сразу сломаю. Ой, кукуруз, да? Мощный. Да. Они, кстати, смотри, этот созрел, суповой, да, зеленый стал, а это еще нет, молод. Не срослись, их даже не оторвешь. Класс. Такие. Класс. Бомба. Тяжеленные, бомба. Прям вообще. Мама у меня сегодня подрезает все. Нет, он уже его нечего видеть. Ну, на веточку повесить. Он уже свое отжил. Пускай семена дают. Вот. Да, белочек взлетит. Вот так они споры дают. И они дальше разлетаются, грибница лучше будет плодиться в этом ельнике. Самый лучший способ — старый гриб повесить на ветку. Ну и плюс вы вспомните то место, где вы собирали. Согласитесь, это удобно. Фу, дорогу уже практически не слышно, далеко ушли. Идем дальше. А рядом нету почему-то, да? Пойдем переход делать по полю. Там зверя много, сейчас надо будет пошумнее здесь пройти. Я его увидела, я увидела. А там не два случайно, нет? Один? Нет, это шишки. Я бы тоже хотела. Только-только идут. Только-только идут красавцы. Потрясающе. Вообще бочка. Ай-яй-яй. А места-то какие. Я сейчас корзинку возьму, покажу. Заодно с вами поищем. Люблю
собирать. Люблю собирать грибы в режиме онлайн. Вместе с вами. Не отпускает нас, друзья. Возвращаемся. Ой, это вообще какая-то сказка. Ё-моё. Смотри, пристрелялся ты, однако. Пристрелялся ты. Вот еще, смотри, какой красивый. Еще один, да? Да. Я вообще не вижу, представляешь? Хожу слепой. Ну, я, наверное, присмотрелась. Я буду пока срывать. Не хочется срывать. Матушка у меня подрезает все, сразу в лесу перерабатывает. Я не ношу тяжело. А я сегодня ленивый. Я сегодня буду вот так вот с крючками брать. А вот там тоже, мне кажется... И что самое главное, мне кажется, меня это обгоняет потихоньку. Вот, друзья, шары эти воздушные, горящие, которые все запускают. Парочка любовная отметила свой юбилей. Шарик улетел к хренам собачьим в лес. Упал и спалил лесок. Правильно? Друзья, этот год не такой, как был 2020, и не такой, как все предыдущие года. Таких сезонов я еще на своей практике не встречал. Вышел только белый гриб. Вот. Местами еще осталась лисичка. И непонятно, что будет дальше. Под Калужской областью я видел, что грибы уже сходят. А на запад к нам только пришла волна. Будет ли она долгая, будет ли она массивная? Вряд ли. В этом году грибы белые единичные. То есть мы их находим один, один, один. О массовости нет речи. То есть если говорить о том, что мы видим фильмы, все штампуют волна грибов и так далее, такого нету. Это всего лишь слой. Кому-то повезет больше, кому-то меньше. Это обычный слой белых грибов. Поверьте, когда волна, на дорогах стоят тысячи, тысячи людей, которые продают грибы. Смотрите, какая прелесть. Поиск гриб прямо в пеньке вырос. Заберем его. Какой красавец. Как люблю поляки собирать. Какой красавец. Зонтик пестрый. Ну разве можно его с чем-то спутать, ребят? Да, у него есть ядовитый двойник лепиота. Это вот такой маленький зонтик. Но пестрый всегда огромный. У него шишка, у лепиота нет такой шишки. И снизу кольцо, которое свободно по ножке ходит. Вверх-вниз. Мы его извлекаем. У-у-у. Он идеальный, представляешь? Мне очень повезло. Ножку забирают на специи, и она мешает его переносить. Я вот так делаю. И пластинками вверх кладу его туда, в корзиночку. Я обожаю зонтики. Мой самый любимый гриб. Это фаворит мой. Всем советую попробовать. Зонтик пестрый. Меня зовут, говорят, грибы есть. Какой зонтик, я прям не нарадуюсь. Какой зонтик? Тоже черненький брюнетик, только мало уже. Я не вижу. Ой, дай его поближе заснять. Ой, какой хороший, у него, по-моему, нога будет плоская. Наверное, такой фигурный. Да, вынимай. Ну, вот еще сам. Я не хочу ни колечко. Давай. Нога будет плоская. Да, вот сам. Красивый, правда? Ай-яй-яй-яй-яй. Бон аппетит. Смотри, лопнул от веточки, ветка прорастала через него. Ну вырос крепыш какой. Мощь. Собирай. Тяжелый, значит хороший. На вид хороший. Чистенький, хороший. Чистенький. Более опытные нас делают, ребят. Нас просто делают. Собирай, красавца. Правда? Молодой, так еще увидеть. А с другого края, ну он высокий, поэтому я... Он такой красивый. Тяжелый и сырой тоже, хорошо. Надежда, что хороший есть. И вот как я говорил ранее, видите, они одиночные. Получается найти очень редко массивные грибницы. Но это такая редкость, ребят. В этом году все по одному. И в Калужской области. Вот я сейчас нахожусь в ближнем Подмосковье, в Волоколамский район. Видите, как он работает. Еще есть? Там же? Большой? Надо снять. Параллельно с поганкой. Так я километры наматываю. Туда-сюда, туда-сюда. А, и вижу. Вот здесь был, и вот этот месяц. А мы его... Представляешь, поганкой. Я здесь вот присел в прошлый раз, и я его почему-то не увидел. Ну, снимай. Месяц с поганкой растет. Снимай его. Это бледная же поганка, нет, да? Нет, не бледная поганка. Это говорушка. Говорушка. Прям рядышком, представляешь? Я просто оглянулась, смотрю, еще один. Радует, что по два хотя бы.
У меня поляки, ребят. Хорошие тут. Смешанного леса. Вон какие плечики. Вот такой лес пошел. Елочка, березка. Ты его точно не пропустишь. Вообще бомбовый. Какой красивый. Мощь, да? И опять по одному, видишь? И опять по одному. А нет. Повезло, куда-то пошла-то. Вот тебе как раз видно было. Ой, я не видела. Не видела? Бывает, да. Так бывает. Второй. Ой, я нашла тоже. Что такое? Вот я нашла. Ну-ка. Продолжение. Немножко улитка, конечно. В ряд идут. Смотри дальше. Ух, грибница. Сила. Вытянутая. Друзья. О, вот вижу первый. Ой, вон он второй. О, второй. Раз, два. А может быть еще будут. Прям вью. А он третий. Там третий. Да. Знаешь, ты красота какая. И, по-моему, ну-ка. Четвертый там тоже. Смотрите, первый. Вон там второй вдалеке. Сейчас пойдем к нему. А здесь третий. Ай, ты мой красавец. Далеко не отходи, они есть повсюду. Ладно? Надо только лазить и искать. Шикарные мухоморы слева. Зашли в такие дебри, ребята. И вот они здесь стоят. Я вижу раз, два, три. Три даже? Три. Третий, да. Я еле вижу, да. Собирайте. Собирайте красавцев. Хруст отсюда слышно. Да. Ой, хорошие, хорошие. Очень хорошие. Я бы мухоморы взяла, такие красивые. Мухоморы мы для других целей заберем. Кто со мной в туры ходил, знает. Нет, я мухоморы не хочу собирать. Тут стоит, тут. Прям по тропинке он. Ух, снизу надо подрывать его. Шляпка лопнула. Вот такой красавец. Вот такой вот красавец. В болотах Подмосковья. А что это здесь за шишечка такая? Ну-ка, ну-ка. Дружок мой. О, иди сюда. Иди сюда. Смотри, какая матрешка здесь у меня. А вот еще. Ну-ка, иди сюда, мой хороший. Вот они. Это уже не маринадные, это уже хороший, классический, молодой сбор белых. Ай-яй-яй. Ну, может, и мы исходили, не знаю. Ты прям у среза нашла? В каких дебрях? Какие там шляпы? Ай-яй-яй-яй-яй. Какие шляпы. Я сначала здесь нашла. Ой. Посмотри, какие ноги. Я сначала тут возьму. Тут проще было взять. Это вообще туда врос сейчас. Конец ногтям. Я его сломала. Ну ничего страшного. Ну, такой даже белый. Видишь, какой-то весь. Да. Ну, без пигмента. Не знаю, какой он там. Без света солнечного. Да, первый. Первый. Самый такой-то. На новом месте. Второй будет поинтереснее, мне кажется. Немножечко. Ну, а так все равно. Крепкий, жесткий. Ну, а вот еще. Ты серьезно? Да. Я три нашла. Слушай, уже. Прямо по этому, да? По ложбинке идут. По ложбинке. Вон какой шляпочка. Ну, там дальше-то прогуляться. Я хочу в ту сторону сходить, где я видел еще. Нет, ну здесь уже все. Он... Это старый. Это был маяк. Дождался. Это был маяк. Пойдем к тому. Я маяк не видела. Пойдем я к тому. Обратно, да? Давай я тебе его принесу, потому что он растет так. Я боюсь, что туда не залезешь. Давай. Сейчас попробую, друзья. Пролезть. О, какой. Давай, иди сюда. Опа. Ой, какой жук там сидит. Вау. Прощай. Та-та да. Это идеальный. Идеальный. Белый гриб. Утренний подмосковный лес. Или Саша Грибнов. И матушка моя. В поисках заветных белых грибов. Даяль в кустах очередной. Вот так они растут, по одному. Просто идешь, раз, и бочку достал. Кто бы мог подумать. Где-то какие-то дебри, вот завалы какие-то непонятные. Их, белые грибы. Что вы творите в этом году? Ого, какой. Прям здесь, да?
Сбегай, сбегай. А ёлки-то неплохие, трава-то примята, вижу. Друзья, привал здесь такой красивый. И вот я встал только с привала, представляете, вот он растет здесь. Бывает же такое? Вот он здесь стоит, возле привала. На тонкой ноге. Тонкий, маленький. Да, прям вот. Возле моих корзинок. У нас там рюкзак. И должен быть сигнал для белого. Ой, да очень красиво, ничего себе. Очень красиво. Прям под елочками. Вот так к нему нагнулись. Вот так его взяли. Подкопали красавца нашего. Вот она прелесть. Ну вот она, матрешка наша. Обожаю такие. В ельнике. Недалеко есть привал. Вернемся. Хочу сделать фото красивое. Мы уже возвращаемся домой. Поход сегодня небольшой. Буквально на несколько часов. Вот так положу. Домой потом приду, ребят, я вам посчитаю. Скажу, сколько получилось белых. И за какое время. Вот мы, видишь, здесь стоим, привал сделали. Там мы первый нашли. Угу. Там ты позвала второй. Угу. Пойдем. А шли мы отсюда, помнишь? Да. Ты его сейчас увидишь. Да не вижу. Ой, какой красивый. Как мы могли пройти? Прямо посреди тропы. Прямо здесь. Вот тропа. Мы же здесь шли. Да. И размер какой? Обалдеть. А говорят, что незаметно, да? Просто сейчас в другой стороне посмотри. Солнце падает, так что. Какая бомба, ты посмотри. Какая бомба, блин, какие шляпы. Это Саша решил сделать привал. Я сегодня никак уйти не могу. Хочу сделать фотографию с корзинкой и... Наверное, эта корзинка скоро будет полная, если я здесь буду сидеть еще какое-то время. Вот так по одному, друзья, такой год. То есть по одному встречается. Продолжаем. Продолжаем сбор. Тропа. Лосиная, людиная, нелюдиная. Просто вот вниз смотрим и все. Шишки подлезают. Главное не подавить. Вот вижу первую шишку. Есть. Ну что ты бежишь? Ты никогда такие не увидишь, если будешь бегать. Чтобы такие увидеть, надо ходить медленно. Вот. Вот это я понимаю, красота. Вот сюда. Ну, пока два. Пока два. Так они в тропинке, вот тропа прям. Воскресная тропа, зеленая. Два. Опять по тропинке идем. Сборы, прям тропинка. Дырка такая. Да и хорош. А вот эта шишка, не может быть он? Ну-ка. Мне кажется просто. Да. Здесь показалось. У тебя еще один? Да. Ой, а этот очень хороший. Я отсюда вижу. Ножку сгрызена. А там еще маленькие. Нет, это орехи. Орехи? Да. Гриб с орехами рос. Как они там назывались? Ореховый гриб. Такие два. Это немножко обгрызено, но ничего страшного. Наш поход подходит к концу. Это была утренняя прогулка. После выходных. Вот то есть крайний день воскресенья, когда все уже протоптались. Видите, какие тропы здесь. Итог. Потом посчитаю, сколько штук. Вон у меня транзитчик один. Зонтик один. Под ним еще белый. Я доволен, ребят. Ну, хочу сказать, мы с тобой в лесу. Три с небольшим часа. Быстрый поход. Еще даже солнце вот видно не встало в зенит. Что хочу отметить. Я вот так делаю. Накрываю корзину всегда перед выходом из леса. Потому что год тяжелый, грибов немного, и люди по-разному реагируют. Многие очень негативно реагируют. Думают, что мы их обираем и так далее. Хотя в лес зашли сегодня в 7 утра, позже всех. Там уже машины стояли, да у нас. Люди прям проходили перед нами, мы их пропускали. Это я говорю о том, что если вы будете ходить медленно, даже по самым людным местам, вы свои грибы найдете, друзья. Вот он, итог трехчасового похода.
65 белых грибов, один желто-бурый подосиновик залетный, лисички нету, немного польского гриба. Много это или мало, судите сами. Я считаю, что грибов в лесу немного. Но они есть, они трудовые. Если хочется грибного супчика, если хочется картошечки с грибами, то их можно найти. Какая же прелесть, да? И грибы за тебя переберут, и суп приготовят. Много червей? Я всегда найду. Ты меня не Также мелко на кубики режем лучок. Картошечка вот готова уже. Вот они грибочки перебрали. Ну, вот такое лукошко нам на суп хватит. Чистый из белых будет суп, чтобы бульончик был прозрачный, вкусный. Золотистый будет. На пол кастрюли. Может, мы много даже бухнули сюда, Саша? Я люблю, когда наваристый суп. Нет, они уварятся, они... Как классно, смотри, маленький, я вижу отсюда, вместе со шляпой. Я одну лисичку положила для красоты. Константину. Кому попадется, да? Грибов очень много. И уже аромат сразу пошел, они аж парились. Угу. Пожалуйста, конечно. Так, пришло время посолить. Пойдем, посмотри, пришла мне. Позорник. Опа. Процесс идет, но пену еще надо продолжать снимать. Будем еще снимать пенку, вот эту оставшуюся. Все. В дело пошел лучок. Обжариваем на подсолнечном масле. Добавляем сливочного маслица. Сейчас оно потопится. Огонек убавили. И добавим еще сюда вкуса. Пришло время закинуть картошечку. Одна веточка сельдерея. И потом вытащим. Так, пробуем на соль. О, какой бульон. Вкусно? О, вообще, я, пожалуй, уже поел бы. Это мощь. Добавляем сюда перца горошком. Вот так. Закидываем поджарку. Сельдерей не будем вынимать? Будем. Будем уже? Угу. Пока что сейчас сельдерей вытащим. Ну, потом ложечкой будет удобнее. В общей сложности суп будет вариться где-то минут 40-45 у нас. Все вместе. Если сложить по времени, 40-45 минут. Угу. Картошка до готовности. Сейчас закладываем обжарку. Сельдерей вынули. Немножко лаврушечки. Да, лаврового листа. Перец черный. Куда без него. И в это время еще можно попробовать еще раз на соль, потому что картошка забирает соль. И еще подсолить, друзья. И тогда будет прям, ну, манифик будет. Теперь с обжаркой, я думаю, минут 5 покипит. Даже немножечко покипит, пару минут и все. И можно подавать к столу, друзья. Прибавим. Суп практически готов. Какой бульончик, посмотрите. Как мы хотели, да? Чтобы был прозрачный, золотистый. Все, как мы хотели. Вот. Вот он. Картошечка, белый гриб. Ну, вообще... Ну вообще, а я тем более попробовал, знаю, как это вкусно. Утром собирали грибы, да. Днем помидоры.
Здесь тоже срез красненький. Все, мне хватит. Да? Давай еще грибочек красивый. Мне хватит, первая порция, отлично. Тарелки, похлебки грибной, а? Царский суп. Сметанки. Все это дело перемешиваю. Что, это без комментариев? Я сейчас поем и лягу спать с похода, потому что после такого супа хочется лежать отдохнуть. До встречи в лесу и удачной вам тихой охоты. И напоследок. Вот они, грибочки. Добавили сметанки, все перемешали. Смотрите, какие белые грибочки. С картошечкой. Какой бульон. Вах, 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 вах.